ФДК. Ну, короче, он был с двумя одноручками. Да это бред, В но принципе, правильно. спек прикольный. Пухи тоже нормальные у него стояли, все. Но фокус получился в чем? Я пошел пополам, и, короче, с трэша он не мог на себя, короче, забрать просто ни одного моба. Просто ни одного. Мы дошли до ребра. Я говорю, парни, говорю, извините, я говорю, я с вами не пойду. Потому что у вас якобы БДК с двумя одноручками, который, блядь, даже моба не может на себе удержать. Я говорю, я уже молчу про босса. Знаешь, А если почему? Синдру, извини меня, допустим, я пополам с него сорву, все, до свидания. Вот такие вот приколы. Ладно, удачных комбо идов. Ты что, не идешь, Гена? Там у меня друид на КД. Не ДД маг, а это слабенький. А я не помню, кстати, есть ли у него. Сейчас посмотрим. Блять, тут уж целка собрали, пока я с вами болтал. А чё, опять без АДК пойдем, что? Джулиан опять во фросте. Я в АДК. Че, я ДЦ? Бля, ну если войт идет Мишка, я тогда АДК, наверное. Я же не думаю, что ДК и Мишка будут там. Так мне БДК или АДК идти? Зайди, я просто пока спекнулся, чтобы трэш потанчить. Вообще я думал, что я танк, но я хуй. Хотите войд потанчить, хотите трися, не все равно. Все равно кого. Лучше кот был. Так Мишка тоже баб дает, тот же самый, что и кот. Ну да, да. Принимайте сумоны и сумоны. Кого еще и сумоны? То есть в чат Себер тут. Свободу дайте. Наш поход на цитадель ледяной короны начинается. Вы находитесь в самом сердце земель, блять. Здесь. Че, умер, что ли? Защитит свет. Сложили. Ничто вас не защитит. Он там один хил. По большому осторожно, потому что там протопал. Ты бы мог стать величайшим из моих. На кой ты в Миче пойдешь или мне в БДК? Да, прокатилась бы по этому миру и перевернулась. Так ты мэйней будешь? Да. Ну ладно, тогда в АДК пойду. Ну или можно в три танка. Вставайте, летите сами, реса нет, бой идет, мы бьем 20 тысяч мобов, вы лежите мертвыми. Хейзенер тут. Шамане и на друиде. На друиде я был, а на шамане я не знаю, откуда КД. Так что без меня. Там поди с обычки у тебя на шамане. Не, у меня, но я в обычку не ходил. Я помню, к Кругом пошел на какого-то босса помочь. По-моему, на гниломорда. Походу словил. У меня на маге нет КД, но я не хочу в вагоне. Там 6К все равно мало ДПС будет. Как для лишнего. Круто. А чё, зачем нам 4 ДК?
Но у вас там, смотрите, 46 тел у нас онлайн, и я ж думаю, есть кто-то другой, кто хочет пойти. Хочет ЕПШ мод. Вот, смотрите, уступите слот, сумасвод просит. У него персы разные, есть у меня много персов. Есть, подожди. У вас же фул, да? Конечно. Ралли тут, Эйзенберг. Пришли, Олег. Что там, Войт приехал? Приехал, он что, уезжал? Ну там у него звонок зазвонил, дверь, наверное, ты приехал. Приехал. На малиновой девятке, да? Дайте каски, что ли? Смотрите, всем привет. Привет. Дайте просто баф, лапу, интеллект, седер, кулак, кабак, немножко каску, бафа тирает, но чем больше бафа будет, тем больше ДПС и быстрее пронесешься. Чего вы тупите? А что будет после Геры? РС, да? Вторая Гера. На КД на РС проходить, и шаман не будет. Вот дух идем. Сумоньте. Значит, пойду на льду. Я не знаю, потом зайду, если вообще у вас прям оляк не будет никого. Кого-то надо менять, то могу магом. Что-то по-домашнему. Давай, рассказывай. Не сильно шумит? На нее не слышно. Пробуем убить первого босса. Давайте левого скелета для джета обезоруживания на левого где-то, да, мешка. Ладно, удачи, чуть попозже подойду. Ладно, подходи. Ну, а толку просто сидеть, слушать только. Будешь историю веселую рассказывать. Честно. Костины. Пойдем попробуем три хила похилить. Я Хайзенберг как Осина. Так, у Андрея вроде есть спикер игру. У нас две совы. Кончится, так и не начавшись, никто не смеет входить. Ой, стрельба поставьте, у меня выучен навык. Пишем Аркану, какой спик ролим. Давайте за 2 часа, что принесли. Дай каску, пожалуйста. Сейчас. Дай каску.
Так, суманите, пожалуйста. Седер, кулак, копар, кресты. Тык нас он быстрее. Видите, дети сдаст. Рыбу, чек на баф. Кирилл тут? Да, подождите, секунду. Блядь, фокула, блядь, конец. Блядь. Сейчас бафы, блядь, подождите. Ты танком. Твой танк. Джулиан, готов? Кулаки дайте на ДК. Сендер сейчас разбафает. Сложно, я понимаю. Здесь. Садом настроил. Дайте столик, есть кто-нибудь? Это Хейзен, поставь тотем на МП5 на пару босса, пока копар ФК, там нету крестов, все дела. Чек. Ауру льда поставьте, ауру сосредоточенности поставьте, зайдите за линию. Ну а красный пул пошел. Стоим все возле звездочки. В лужах не стоим, потому что три слабеньких хила хилят. Лучше убегаем. Лево-право. Шипы играем. Рамжет, зайди в звезду. Хватит, играем с шипы. Шипы резнулись. Входим от луж. Новые шипы. Ставим все в шипы. На ханте шип РТД сзади. Посмотрели, повернулись на 180 градусов, убили шип на ханте быстрее. Давайте, сейчас будет вихрь, танки, разбегаемся. Спасибо за шип на ханте. Встали возле звездочки. Давай сакру. Тратьте все в шипы. Потом давай гим на отхил. Дошли от лужи. Мраксус, притворись. Пога, подаем хедера пока. Блин, у меня зависла немного мышка. Первую висеку на них хилил. Играйте в шипы. Входим опять от луж. Главное отойти от луж и убить шипы. Седер встает. Опять отходим от луж. Паску на седера. Становимся под босса. Становимся под босса. Двух атак шипы. Эти шипы. Понимаю, это сложно вернуться. Посмотреть, где хан стоит. Ну попробуйте. Играйте в шипы. Опять на ханте шип. Интересно. Заявись. Не знаете таки просто. Ага. Дайте. Шипы сбивайте. Оптимус гимн отхил сейчас. Нет, три хила, три хилами не катит, короче. ТП еще дайте за то, что танки во фрейме стоят. Ну, ты виноват, признай просто свою вину и не спорь с РЛом. Ну да. Правильное решение. Давайте поднимайте людей. Так. Зачем? Давай длину. Зачем тунтить босса, Кирилл? Берись, давай. Этого танка. Длинухи давай вершами. Вершами похилишь. Осколок. Кто первый на осколок? Ничего страшного не случилось. Просто умерло половина рейда. Че я бафую? Кресты, да? Крест. Поэтому мы ходим 4 хила. Блэйда не падла. Дайте столик. Слева тут. Седер.
Тут? Да. Можешь убрать панели Глани Возмездия? Да не Таунс, у босса. Блин, как два таунта, блин, чё ты... Хорошо, вопрос к РЛу. РЛ знает, что если танк стоит во фрейме босса, то может кливнуть ребрат в рей? Нет, не знаю, но я отключил тебе звук. Погнали бить справа, трэш. Я в рекаунте написан «Дань возмездия 13к». Куда я «Дань возмездия» тыкнул, посмотри. Откуда я знаю, куда? Это было в шип, потому что он был в ханте. Сейчас у меня было на КД, экзорцизм на КД. Ты тыкаешь таунтом и проходит урон по шипу. Может быть там было три в шип, но один раз ты таунт на босса нажал случайно. Нет, не нажимал я в таунт в босса. В Омане написано, что ты стал первый на строчке агро у Ретрика, это вообще невозможно. Там Мораксус был первый. Лимошка, дай пусть себе каску. Так, оп, сейчас давай гимномана поставлю тотем. Давайте нас писать. Просто убери с панели Длань Возмездия. Не используй его. Умеешь. Нет, это профитно. Да, видео профитно. Наверное, магов положила этим там. Они за фрейм забегали. Был там босса, босс повернулся на рейд, убил бамага. Ну и там информация для руки, босса, не там. Еще ну, ладно, забей. Для руки, которая в трусах, если танки стоят в красном кружочке, то костерец в рейд как не пойдет, если ты стоишь в задней части красного кружочка. Так, давайте, протокол справа, значит, ПДК, Мишка слева, Милики слева, играет трэшер Д справа. Все помогаем контролить, прист эфир. Пристабал, дай справа. Разбафузе пока. Маги, овцу, шаманы, жабу, пурики, пир, ретрики, стан. Кого-то кидает контроль, мы прекращаем АОЕ дамаг по боссу. Бьем точек. Да, медведь первый. Перед контролем сливаем капли паладины, антимагию. ДК, звездопады, баблы, прожимки на снижение урона, например. Баф, каску по магу дайте. Дали каску, ну пошел макрос на пол. Да, смотри. Там Трисия с лестницы и этот левый мог этих два возьмет. Давай на второй фазе Трисия потанчит первый на него на пол. Даркос БДК на него на поле вам на второй фазе. Лучше мне первым. Дайте под ДК каску, лимошка. Давайте играем все в трэш. Все в трэш. Слышишь, Олег? Медведям сложно будет набрать огонь. Вообще не так. Лучше, чтобы медведь был первым. На пульте на медведя тогда. Вот бит. Сейчас будет контроль. Контролем людей. Троллил квадрат. Вы осознали бессмысленность... Антимагию не прожал, Трисия. Молодец, блядь. Закинуть контроль тебе. Андряга, подымай фогу. Фога, сколько БРКД? Просил же сливать антимагию до контроля. Играйте в трэш. Фога, вставай. Фога, вставай. Фога, вставай. Дайте бафы по фоге, каску, пристабав лапу. Играем в трэш. Путь снова новый контроль. Помогаем не проклятие диспели, смотрим контроль, контролем приоритет миликов танков, потом на РДД. Вышли с лужи. Трусы законтролить и квадрат. Сова, ретрик, быстрее. Звезды. Андряга. Напиши в чате, сколько БР на КД, потом буду уже от этих знаний отталкиваться. Стопайте. Топайте по боссу, играем сейчас в трэш все. Кокосина, давай гимноману. Играйте все в трэш, вышли с лужи. Переведем на фазу, появится 4 моба, надо в них сыграть. Будем отбегать от духов. От законтроль. Играйте в трэш, законтрольте трусы и ханта, луна. Переводим сейчас босса на пул, на вой, да? Фуга, откатится БР, подымешь Мараксуса. Спальтифер. Маня, Азион, будет время, конечно, сесть на кокосе, играйте в трэш.
Играйте в трэш. Выводи леди. Всегда двигай леди, когда духи вылазят и законтрольные игроки выходят. Смотрим духи. Отошли от духов, отбежали от духов. Бежали от духов. Кто-то хлопает, плохо. Напуливаем на трикоза на воде 4 стака уже. Расконтроливайте игроков. Квадрат контролем, это милик. Квадрат контрольте, квадрат контрольте. Сука! Чего вы квадрат не контролите? Два приста, две совы, блять. Отошли от духов. Потом давай гимноману. Играйте в трэш. Отгуливайте на Войда теперь. Void Beast. Сейчас будет контроль. Внимательно. Контролим людей. Расконтролили людей. Квадрат за контроль. Уводи леди. Уводи леди. Диспельте леди. Диспельте леди. У нее рост. Даю рост. Играем в трэш. Отбегаем от духов. Сейчас сыграли в трэш. Смотрите за духами. Отошли от духа. Контроль будет, отошли от лужи и стопаем мой дамаг, играем босса и контролем игроков. Луну контролем, луну контролем, луну контролем. Понятно, не слил. Слил каплю, короче, молодец. Там что-то прожимает. Фарк бабл. Играйте в трэш, отошли от духов, отошли от лужи. Ну, Оптимус, молодец. Тебе дух летит, ты стоишь просто делаешь. Отошли опять от духов. В мини-зоне один дух, отошли. Давайте на пул на Трисю, Теркос. А сейчас он умрет. Умрет. Контрольте трусы, квадрат. Да, ну, такое, конечно, мист, да. Иди, леди, к воротам. Выходим в лужи и духов. Ебать, сука. Вы это видели? Да ну на, криштуки или ебан? Бля. Слышь, Капар, у меня как-то целка обычки упала, три боешки с ребра вот этих кольца, прикинь. Три боешки. Погнали дальше. Прикинь, три блин тролля, блядь. Сейчас три тапки упадут. Нет, там, по-моему. Падает. Мать, если кто-то падает, мы сразу бафаем. У меня шипы на кораблях. Нет. И нохи спекайся в лему. Первый раз такое вижу, две штуки еще видел внутри. Видите взрывом разума кресты сейчас? Приведу большой этих мелких. Или ты приведешь? Благодарю духов, что они послали нам вас. Хватит трешика. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на кого-то отдыха. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Сейчас.
Бой висит. Нет. Какая сразу? Мы будем сдерживать альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота по местам. Альянс взяли. У кого коня стоит, Ару? Или мушки? Дочери Орды, сегодня мы будем... Бафы надо. Прикинь, как на БК было, дальность таунта 5 метров. И не было этих чаржей, блядь, во всех стойках. Ну, точнее, в защитной стойке нельзя. Чё, пушка-то одна свободная? Ну, она хочет быть свободной. Садитесь это в пушку. Садитесь в пушку быстрее, ДДшник какой-нибудь. ДПС поставили чуть-чуть. Ну тогда вообще надо были вещи с ребра, там, с леди. Да. Да, блин, Толь, нужна. Ролим. Прикольно, Мурадина танчить, да? Просто это спишь. Нахрен Толь есть. Плюхи ловишь. И это еще кому-то надо. Все, да, больше ничего никому не надо. Ну, мне пару колец обычки, я бы их продал бы. А, и мне штучек 5. А, я же понести пиццу. Потом открываешь аукцион, там ники такие, варенька, копар, и цена 100 голд. Есть сервак 6 кг сразу. Ивенты Войда закончатся сразу, да. Может твою почту поставить? Да, могу, поставишь. Ну, спасибо. Запускайте сразу. Поставил. Крест по головке, помогите. А что? Кому крест плюсуйте? Пустили сетку? Дальше вроде топ надо. Нет, топовый с этого. Вообще, не с ИВК. А-а-а. Он с РПГ, по-моему. Джулиан, кинешь ты это на АДК? Этот разве не с ловкостью? Да, с ловкостью. Дайте каску по ДК. Плащ. На ретрика. Энха. Я здесь, чтобы забрать.
За 10% вроде что. Если никому не надо, я бы взял. Сейчас погодите, посмотрим, есть у меня такой. Кроме меня никому не надо. А, нет, у меня, оказывается, есть. Сердце Дренор. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел. Кто в трэш не переключается, воли не ролит? Настроение. Мы вайпаемся от трэша, я смотрю рекаунт. Кто не бил, получает ГП. Танки, вы поняли, что надо делать? Не танки. Они получат ГП потом. Так они-то за что? Они танчить будут? За то, что не стаунтили трэш, он поубивал всех, кто бьет. Тут 4 ДК вроде. Трэш надо, наверное, слить. Почему метки не кидаются? Интересно. Все, как на офе. Поновато забрал. Теряешь хватку, чешу? Трэш. Дать была бы истерия, дала бы 19500, да, ты больше. 0 секунд, упадает сурок и метка упала. Да, кстати. Давайте, потом открываем, на профа идем. Не успел, получается, отхилиться, да, должен был. Ну, ретриком талант починили, видите, без истерии 19к. Какой все, талант? Портал активирован, заходите. Специализация на двуручное оружие не работала вообще. Бля, надо ретриком как-то сходить тоже, смотри. Там 12 какой-то. Вообще серии 3x, бля, 20. Все. Ну, я на этом, на гнилом 16600 дал, это уже нормально. Дайте баф. Шесть процентов дамага стало у ретрика больше сейчас. А с чего ты взял, что починили? Ну, блять, потому что я чекаю бактрекер. Че, потому что? Бактрекер чекаю. Там пишут об изменениях. Красава.
Какой общий ДПС? 318. Нужно больше ярости. Не достаю. Слишком. Бил трэш, получил ГП. Несправедливо. Ваня, ты тут? Да, тут. Мастер-манок. Звездочку играем. Привой. Мне кажется, эти лужи наносят урон от силы природы, да? Наверное. Зелененький теперь, значит, да. Она постоянно на природу. Тут там еще зеленые цифры бывают. Для меня, да. Ну, синий лед. Красный огонь. Темные такие, фиолетовые, это тьма. Ты чё за аддоны такие? Ну, микс скролл батл текст такой. Спрыгните с лизни. Джулиан, тут? Или я? Хочешь забрать? Меня, кстати, свой рекорд побил. Так. Пихила, захилим или нет? Значит, два креста на рейндж, две совы, лен длинноухий, лок шестой и два хантера. Сагрим квилист. Будет они или нет. И отходим к воротам. Не надо сейчас ловушку запустить. Ладно. Забираем, сейчас под вас так сразу вышли. Да, по два вижу. Давайте мне их не мескать сюда.
Не знаю, кто поставил что-то на всех природы, но ты парень. Что-что? Говорил, молодец тот, кто поставил тотем отчёл природы. Да, мне тоже понравилось. Так, ну, в общем, как я говорил, на рейндж у нас два ханта, будете стоять возле ворот перед боссом. Потом Фога слева от босса возле кузницы. Оптимус Андриага справа от босса возле кузницы. Ленухи и Азион сзади босса. Идемте сразу на него. Или. Чек. Прест по канту. И престам. Сейчас, сейчас дам. Кашку локом магабаф и лап. Далее магабаф. Далее лапу. Пью ману. Давайте уходите на дистанцию, как я сказал, два ханта возле ворот. Лок Элем сзади босса, Оптимус, Дряга справа, Бога, Фотон слева. Наведитесь строго под босса. Нас мы перебежали. Лужа выливается слева от босса, внимательно. Лужа пропадает, становитесь на то же место, где стояли с пула. Да, никто никого не будет заблевывать. Лужа справа от ворот. Сова, отойди. Тебе максимальный рейндж, лучше ты отойди. Нет, в центре. Листы и локи вообще могут дальше всех стоять. Лужа слева. Немножко бабок. На спину перебежали. Новая лужа выливается, смотрим. Маракс, уходи на дистанцию. Бога, если сможешь, подымешь Клауда. Большой слизень в рейде забирай немножко. Я только... Не надо, Бога, отойди от босса, не подымай так. Я могу поднять. Поднимай ты, Дендряга, если ты достаешь, поднимай. Не надо забегать в мини-зону, так что... Вставай, Крауд. Спели сразу. Оставайся на рейндже. Пожалуйста, имя звездочки дайте. Большого забери. За спины перебежали. Оптимус гейм на отхил, давай. Забери, пожалуйста, большого слизня. Может, ему лапнемся так.
Три хила хилят, а не пять. А мне гас. Пристет, давайте гимн отхил тогда. План как 8, если можешь. Два спины прибежали, давай сакру. Сложно в три хила так не хилить. Пиздец, редриков починили, охуенно. Грудак по ролю, на холипаун на оф нужен. Ого, да я поэт, потрясающе. Да, теперь ретрики топы. Кто падал, того надо бафнуть. Это... Порыв, кружок. Чашек никому не нужен? Квадрат в круг. Нет, никому не. Каску приставал. Понять. Кулак. Сейчас. Маны нет. Вон рыба слева. Сейчас отпивая ману, 10 секунд и начинаем. Только, пожалуйста, держите дистанцию между собой 8 метров. Бафов нет. Оптимус, баф не приставал, а? Понимаешь, что сложно. Что-то на кулак. Дэй-дэй. Тебе надо шип или ты так кинул рул? Сейчас секунду ману топью, думаю. Мать, тебе надо шип? Зион готов? Ваня. Ладно, без Вани, понял. А кому шип ушел? На 9. Никому, никто не рулил. Я рулю. Я спрашивал про него. Пожалуйста, дистанцию набрали. Кейзен, глухи на исцеление до танка. Или, может, скажу тебе, когда карта. Пиздец, блядь. Честно говоря. Лэшин, выйди в кружок. Топорки. Драмжет в квадрат. Мишка, пожалуйста. Кружок. Спасибо. Давай, немножко капку. Немножко забирай, бросим. Давай, капку. Пога, подымай, Войдба. Пога, поднимешь Войда? Давай. А не забирай босса. Лэшин, кружок. Да я не успел его захилить. Упал, да? Гасом. Да. Падаю. Чё у вас? Бахерашки. На удачу играем. Падаем. Давайте, падаем. А, вы в три, да, идёте? Ну, вот тебе три хила. Четыре, конечно. Он, видишь, он быстро бьёт и много бьёт. Ты его особо не подбираешь. Давай я в БДК. Пога, просто спека севердро, я надо тут мне жопу рвать. Захилить что-то. Это не та связка хилов.
чтобы в тихий лайк. Я это уже понял. Двар шамар дру, нормально. Ну заходи, похилишь сейчас так. Смотрим. Если это два. Если это васа, барвали и варенька, то да. Я когда на том ходе, когда я ходили с пугами на фул, два аршама и ардру прохили весь фул инс за 3 хила. Что ДЦ это не хил, ДЦ абсорбит, он дает время захилить. Без ДЦ мы шли. Ну вот, блин, я поэтому обычно реально захилала, я в конце рекаунта, а тут первый, поэтому надо 4 хил. Могу Войда поменять, БДК уйти. Надо Войда менять. Да, Войда, ловочка запасных. Ладно, ничего страшного не случилось, просто хотел вспомнить старые времена. Тела здесь нереально. Ну ты там хилил, кто там, Джелис была, ты и второй шаман, кто был? Три хила мы ходили. Ну, так тот Джелис и хороший Эршам был. А кто Эршам? А здесь... Буди или... А любой, Динаухи, Кралька, угодно. На, Кралька была. Там-то, да. Джелис топ. Ну, тут еще просто Рэд получает лишний урон, когда его не просят. Раньше не словили просто. А на ребре было, на леди. На тухлом вот сейчас тоже блевали люди. И две споры сносили в одну точку, приходилось захиливать. Там рейд на 44% держался. Дела. Тыкайте. Тык на сон. Рука в трусах вообще не туда убежал. Я пошел посмотреть лут. Не смогу. Че нашел? Не, нету там. Не знаю, кто написал, что там дроп. Меня не слышишь? Нет, не слышу. Я уже два раза, третий раз лично Олега в ПМ спрашивал. Ты шип, так и не услышал ответа. Кого в ПМ ты спрашивал? Кордоба. Ты же Джейзас Морда, я так и не понял. А, ну то... Я бросал ролл. Крест. Давайте крест. Бросала уже тогда после ролла. Ты готовы? Маг краснопол. Так, кстати, Кэзенбрэк волной исцеления хилил, как и я. Ой, погромче говори, когда каплю. Ага. Парка, кружок, теркос, квадрат. Я уже в кружок прибежал. Давно. Капец, это из миликов топит. Танк же не побежит. Ай, так все, нет. Опять мы будем ходить как дикам. Давай-ка пока. Что постоял на резонке, не пойду. Давай немножко.
Как только девятый побежит, потом будешь забирать. Сейчас я пойду. Инер кружочку дайте, давай. Маг не понесет спору? А надо? Два же. Нельзя. Ну. Полсакру сейчас. Из мрака ты вешаешь щит земли на лимушку? Повисят. Ну это я сейчас повесил, потому что я не видел, чтобы на тебе были. Или... То ли кров стал сложнее, то ли тухлый стал сложнее, то ли мы стали хуже хилить. Прикольно, 5 миликов ловит пельмени. Бля, не видно было. Как можно? Сука. Там просто надо под разные ноги разойтись, чтобы лучше под ноги себе смотреть. Там не было видно этой текстуры, бля. Я про это и говорю. Есть еще инер по кружочку, но и нет. Интересно, петы мажут, когда на них дебаф? Они и так мажут. Тапки. Чего вы это всегда говорите, что упало? Все же видят, что упало. Ну, не все, да можем все. Они типа где-то у дверей стоят, он утонул и кричит тапки, чтобы не знали. Кого-то поздравим сегодня. Ну, один, ну кого поздравим, молодец. ДЦ. Смотри, ЕП 13 тысяч. Град. Так, Езимир, пожалуйста, поставь тотем силы природы. Где-то по центру комнаты будешь ставить его. Иди, ПРД первой шмотки только. Будем стопать. Кто в топе, то бичишь в 4 утра себе ЕП накидываем. Короче, зеленый выливается, набираем максимальную дистанцию от него. Это... самое главное здесь. Передамажу варыш. Пельмени дыхаем. По команде гимна отхил на ману. Милики, когда слизень взрывается в мелизоне, вы отбегаете в РДД-зону. На переходке, то есть только зеленый слизень взорвется, вы все сбегаетесь где-то в центр комнаты. Если будет метка, то в метку сбить. Самый сложный босс после этого лича. Потому что здесь надо много действий делать и переключаться между двумя целями. Это сложно на самом деле. Кто-то падал или нет? Нет, вроде. Мама, отпить есть рыба? Или... ой, еда какая-то. Чек на пол. Все готовы. Иди пуляй. Бэм, только шел. Пей столик. Стопаем по полу. Прожимы на переходку оставляем. Оставляем прожимку на двух слизняков. Стойте, пожалуйста, кружочки РДД. Топаем по профу пока. Ты лужу не допил. 85. Выливается слизень. 84. 83. Бьем зеленого. Тех зеленого играем. 82. Милики отбежали в РДД зону. Отошли от лужи. Бегайтесь в череп. Ну, так себе. Жалко, конечно. Выводим профа.
Вот туда, да. Давайте сейчас смотрим на дебафы свои. У кого зеленый дебаф, тот идет к столу в звезду. На ком красный, уже начинаем играть в красного, плюс передай, чему умрешь. Точку прожми, передай, чему быстрее. Так, лысый пенек. РДДшники, милики, в спину слизняка зеленого сбегаетесь и отходим потом в центр. Центр отошли, звездочку отошли. Сайды, попробуй дать боб на красного, на цель красного. Бежали опять 700к. Звезду отбежали. Давайте в профа, бегайте быстрее. Давайте, пошли пельмени, надо влево отбежать. Право. Уже, а за ними колбы будут. Проф не двигается, когда колбы ставят. Анимация неправильно работает. Убивается красный. Сейчас опять будут пельмени. Нужно опять отбежать влево-право. Эндриаль, рука в трусах, Оптимус ловили пельмень. Минус ДПС рейда. Давайте в красного милики играем, нам подвели красного. Лужи, опять пельмени. Никто не словил в этот раз, неплохо. Колбы. Вот, свой до чему забрать надо, поэтому будет плохо. Выливается зеленый, все на дистанцию вышли, во время того, как зеленый выберет таргет, пельмени пойдут, вот отбежали звезду. Никто не словил пельмени. Поздравляем вас. Сбежались в череп. Потом в звездочку, если это возможно. Милики, не сбегайте зеленого. РДД добивайте на дистанции. Сбежали пельмени. В звездочку. Бога поднимай Оптимуса. Полга. Всех подлагивает или нет? Никогда ничего не лагало на этом сервере. Выливается красный, надо стопнуть по профу, потому что у него 40%, уже 38%. Если вы не хотите вайпнуться, конечно же. Отбежали от пельменей, длинноухи, эндриага, рука в трусах опять словили. Давайте в красного играем. Джулиан тоже. Вы уже отбежали, сейчас будут колбы. Отбежали от колбы. Жали от пельменей. Так, драмджет колбу ставили. Пельмень. Бежали все к столу. На ком зеленый дебаф в звездочку. Давайте Тайдов, играем под. Убери, пожалуйста, власть льда. Ты ж ты не танк. Блин. Видите, зеленого в спину и отбегаем в звездочку. Натуре трейдов тролль какой-то. Давайте звезду встали. Да я пытался танкануть, когда этот. Звезду отбежали. Смена цели красного. Звезду отбежали, блядь. Ну почему вы там стоите, сука, не в звезде? Боб на кордобу. А, все убили. Отлично. Блин, опять везет. Вам просто повезло сейчас. Ах, давайте пельмени пошли. Водит два стака. Дряга ловит пельмень, копарк, колбу. Сейчас я бабу скину. Так. Да не обязательно скидывать. Водит три стака, немножко забирай. Давай диван-то. Да. Пока нет. Трейдов. Ну да, не добьете. Ну давай диван на войда, ладно. Эрл Грей, Краус Лев. Бля, короче, могу идти его в этом. Седдер. Седдер, кидай на звезду, Боб. Блять, Вол, а диван что, не надо, да? Ты сказал, Боб. Седер, таунти и боссы сейчас, таунти и боссы. Блять, диван, дал, сука, диван, сказал, ёбаный в рот. Ах. Все, забираем. Зачем мне Боб? Сказал Боб кидать, блять. Нахуя ему Боб на третьей фазе? Да не знаю, ты сказал Боб. Так думаешь, что он говорит. Баны, Боб, блин. Что там упал? Я говно. Это было забавно. Я так и знал, что он сейчас кинет именно Боб. Че, может, там оставался? Нормально. Сейчас ебались, никто не резнул, блядь.
Дейнерями падает. Не переживай, РС на тебя, дружище. Там, там рейд за два тика умрет. Интересно. Сейчас сливы, это Фога, да? Все нормально, стал он сил босса, прожал бабл. Все положено, чё. Блин, почему это Ульде так не нервничает здесь? Так тут серьезнее все. Ульда это фан. Я пошел, короче, додалось это.